Всем здорова, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube канале. Сегодня я решил взлететь на КСФЛ, у меня на балике 85 бачей. Этот баланс у меня остался с прошлого ролика. Давайте со стата сделаем ставочку 15 бачей на красное, потому что тут очень много падает черного. Ну, тут одно красное падало, но в основном падает сейчас черное, то я думаю, должно упасть красное, я же прав. Да, мы со старта выиграем ставочку в 15 бачей, у нас уже баланс 100 баксов. Ну, как бы со старта догнали до круглого числа. Так, ну на сегодня у нас цель, давайте минималка, это вот сколько я хочу поднять. Это где-то бачей 130-140, было бы круто, то есть почти x2 к балику сделать. Ну, чтобы прям вот идеально. Самый лучший вариант — это бачей 200, то есть с 80 дойти до 200 баксов, поднять плюс 120 бачей, это будет очень хорошо за ролик. И, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на КСФЛе, вы можете при пополнении ввести промкод НИКЛУД и получить плюс 30% к пополнению. Депать можно абсолютно со всего, с киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике у себя в инвентаре получили скинами 1300, вы со старта будете в хорошем плюсе. Тут еще, пацаны, вы получаете 25% за промокод НИКЛУД и еще 5% за регистрацию по моей реферальной ссылочке, она есть в описании под видео. 25 плюс 5, посчитать легко, будет плюс 30% к пополнению. Также в описании под видео я ставлю промокод на 25 центов, вводить его нужно, если что, вот сюда. Так, еще у них вышла обнова битва сторон, я ее обозревал в прошлом ролике, но тут, кстати, что-то у нас дела очень плохо. Короче, здесь все люди, которые катают на КСФЛе, выбирают фракцию. Или КТ-сторону, или Т-сторону. Но если вы выбрали, вы в дальнейшем ее не можете поменять. И тут соревнуются две фракции. Вот я выбрал КТ-шников, они, к сожалению, пока проигрывают. Чтобы зарабатывать очки своей фракции, нужно просто выполнять задание, получать за это монетки, и вы уже бустите свою фракцию. И при этом еще сами на эти монетки можете лутать себе халяву. Вот я в прошлом ролике выбил с вот этого вот кейса, я просто 280 монет накопил, выполняя разные задания, выбил скин на $50, именно с вот этого вот второго уровня. Ладно, сегодня давайте тоже повыполняем задание. Еще, кстати, у них появились карточки, тоже крутая тема. За каждый цент депозита вам дают один поинт кейс фейла. И вы на эти поинты можете просто рандомно открывать карточки, можете посмотреть, как это работает. Вот так вот играть нажимаете, выбираете рандомную карточку и за это получаете приз. Тоже такая приятная плюшка к пополнению. Тоже такая приятная плюшка к пополнению. Ладно, полетели выполнять задание. Я сегодня хочу бустануть КТ сторону. Что-то как-то вообще плохо, почему тиры побеждают почти на 10 тысяч очков. Такого вообще не было. То есть раньше там 200-300 очков, а тут сейчас тиры прям без шансов побеждают. Меня это бесить начинает. Полетели бустить нашу команду. Короче, надо заработать сразу много коинов. Например, выиграть дефьюзе шансом меньше 2%, ставка от $3. Ну что, сложновато? Ну давайте, короче, возьмем, попробуем. То есть дефьюз меньше 2%, это сколько у нас будет? Ой. Так, подождите. Меньше или равно, да, 2%? То есть могу выбрать... А, ну это тяжело. Это вообще нелегко сделать. Так, еще раз, там меньше и равно, да. То есть можно, в принципе, 2% выбрать. От $3. Ну давайте... Давайте до $60 попробуем. Потому что если прокнет, мы залутаем очень хороший кэф. Но тоже ничего не падает. Не, ну вот это, бля, 8 упало. Так, ладно, полетели в колесо. Сейчас, наверное, рискнем. Хочу сделать жесткую ставочку. Давайте по 15 бачей, короче, на 3x и на 5x. Надо поднять балик и пойти все-таки в дефьюзе еще повыполнять задание, потому что хочу бустануть КТ свою фракцию. Так, 5x тут не падает, но падает 3x, нормально. Плюс 15 бачей, не так плохо. Можно сейчас, наверное, такую же ставочку сделать. $15 на 3x и $15 на 5x. Ну, в идеале, конечно, поймать 5x. Это прям самый лучший вариант. Так, 5x нам не падает, к сожалению, падает 2x. Давайте сейчас, короче, улыном. $17 на 3x и $17 на 5x. Так, ладно, падает 3x, все не так плохо. $51 на балансе. Ну чё, по $15 также все. Надо как-то все-таки бустануться и 5x выбить. Давай, давай, ладно, 5x не будет. Но падает опять 2x, ну мужик, ты прикалываешься, что ли? Короче, $21, 27 центов на 5x полетели. Время 5x, на... мы ловим 5x. На балансе $106. Ну, на самом деле, рисково, туповато, но ничего, $106 есть на балансе. Ну что, дефьюз, $3 полетели. Последнее, но нет, не могу я дефьюз выиграть никак. Так, ладно, полетели, залетим сейчас в дабл, поставим 20 бачей, наверное, на что. Давай сейчас черное, да, пусть падает, как раз очень много раз подряд было черное, сейчас можно 20 бачей поставить на красное. Давай, давай, но я должен сегодня в дефьюзе поймать это меньше 2%, бога ради. Нормально, красное падает, 20 бачей поднимаем. Так, ну что, идем в дефьюз, давайте попыточек 10 себе дам. Так, ладно, на балансе 27 бачей, пора идти что-то придумывать, камбэкать. Например, сейчас поставить... но я не успел. Я бы сейчас, наверное, рискнул бы и поставил бы all-in'ом под $13.5 на 3x и на 5x. Хорошо, что я не залетел. Давай, на 3x и на 5x сейчас оформим ставочку. Нормально, 5x падает. Нормально, нормально. 67 бачей. Я не знаю, как нам так везет, но что, мы сюда опять отправляемся. Так, давайте сейчас, наверное, попробуем maybe до 40 бачей повыбивать. Если не получится, может быть, уже так... Не, ну, конечно, прикольно было бы залутать 100, ну, 48x и 150 бачей.
Ну просто шансов очень мало. Давайте вот еще три попытки. Вот после этого, если не получается, идем просто в обычные режимы. Может быть, попробую в следующем. Не, ну в следующем ролике там уже задание поменяется. Ну просто что-то я думал, это задание будет полегче. Ну, последняя попытка. Ну, не полу... ну, очень сложно выполнить это задание, то есть меньше двух. Но тут и очков, конечно, дают 998, так-то я тоже ошалел. Я обычно выполняю задание на 150 очков, на 147, а тут решил взяться за 998 очков. Ну, зато мог бы сразу открыть этот. Ну, ладно, смотри, тяжеловато что-то сегодня с этим идет. Давайте сейчас попробуем. Ну, если я сейчас подниму в колесе и в дабле хорошую сумму, можно еще попробовать. Если не получается, то, может, в маленькой плюсе закончу. Давайте сейчас по 15 долларов на 3х и на 5х. Так, ну 3х он нам выдает, нормально, 52 доллара. Теперь давайте залетим, наверное, в минера. 3 доллара, 3 бомбы, вот так вот сейчас сыграю. Ну, ты ж, сука, вот так вот сыграю. Ну, что ты такое... Да ну, хватит меня сливать, мужик, я тебя прошу. Да... Все, 14 забираем, нормально, 52 доллара наши камбэки. А, можно сейчас дабл залететь, поставить 22 доллара, например, на красное. Так, ну красное нам, к сожалению, не падает. Ладно, давайте тогда all in, 30 бачей на красное. Но если выиграю, будет 60 долларов на балике. Давай, 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 давай. Ну, к сожалению, падает черное. Ладно, мужики, давайте на этом заканчивать ролик. Сегодня мы на КСВЛе, к сожалению, ушли в минус. Ну чё, учитесь на моих ошибках. Если такие задания выполнять, то это когда большой балик. Все-таки зря я пошел с 80 долларов выполнять это задание. Ну ладно, в следующем ролике по-любому выполним какое-нибудь задание. Потому что надо бустить КТ с фракцию. Это вообще ужас, мы на 10 тысяч отстаем. Вы там, пацаны, залетайте, выполняйте за КТ задания какие-нибудь, хотя бы самые легенькие, там на 30-40 монет. Вот эти вот задания, их легко выполнять. То это какой-то ужас, мы проигрываем вообще без шансов. И, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на КСФЛе, вы можете при пополнении ввести промкод Никлута и получить плюс 30% к пополнению. Депать можно абсолютно со всего, с киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводить его нужно вот сюда, если что. Все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой ролик точно можно, потому что хоть и не получилось, но я пытался выполнить это задание и хоть как-то бы установить свою КТ-фракцию. Да, у меня не получилось, но, кстати, если бы я не выполнял это задание, ну, я бы, наверное, я был бы сегодня в плюсе, да. Но, с другой стороны, вчера, выполняя задание, я залутал 50 долларов абсолютно на халяву, тут тоже как бы непонятно. Просто нужно брать задание более легкие и находить баланс, чтобы задания легенькие выполнять и лутать халяву приятную с этого, и бустить КТ-фракцию. Ну, тут, короче, нужно искать баланс. Учитесь на моих ошибках. Все, парни, всем удачи, всех люблю.